хоба. Глупо это, ребята, глупо все. Шуточки шуточками, а ситуация это серьезная. Совсем недавно, помните, на ютубе была реклама одного сайта, где торгуют наркотой. Вот вам пример. В самом начале ролика у Ай как просто. Различные сорта шишек высочайшего качества во всех городах. Только надежные клады. Надежные, блядь, клады у них. Это получается, сидит такой пиздюк, только передернул, ковыряется в носу. Включает видос, где Ай как просто засирает Яндекс там в очередной раз, и тут влазит такая рекламка. Давайте накуримся. И пиздюк, кликая по этим ссылкам, и вскоре, стырив у мамки деньги, он отправляется на поиски этих самых надежных кладов. Это ненормально. Такого быть вообще не должно. Но ролик не об этом. Смотри, вот самый вообще обычный день. Я просто открываю на телефоне приложение YouTube, листаю ленту свою и вижу вот такую вот рекламу. Заработок 6к за 5 минут. Видите, да, там написано реклама. Открываем. И что мы видим? Приветствую. Сегодня я хочу сделать обзор на очередной сайт по заработку в интернете. Это реклама аукциона брошенных сайтов. Черт побери, да это реклама лютого вообще кидалова. В ролике аутичный голос предлагает зарабатывать от 25 тысяч рублей, тыкая в кнопочки и пополнив свой баланс на рекламируемом сайте совсем незначительной суммой. Труды, а? Прям уж бомбит от этих барыг. Здесь нам предлагается зарабатывать от 25 тысяч до 100 тысяч рублей в день на аукционе брошенных сайтов. Слышали суммы, да? Они абсолютно нереальные, такого не бывает. Не, может, я не прав, почему это развод? Сейчас поясню. Первое правило из прошлого ролика – это прежде чем что-то предпринять, передерни. Так вот, второе правило – прежде чем куда-то отдавать свои деньги, просто загугли это. Просто поищем аукцион брошенных сайтов. Именно в Гугле, а не в Яндексе. Потому что Яндекс я терпеть не могу. Тут же сходу видим развод. Тут развод. Вот тут развод. На этом лохотруне предлагают тебе же за твои же реальные деньги купить якобы сайт. И тут же продать его намного дороже. Но сама по себе эта идея тупая. Те, кто хоть ну немного понимают в сайтостроении, там, в программировании. Те, кто учился в школе, они помнят, что сайт – это просто набор файлов и картинок, и его адрес в интернете – это называется домен, домен, с которого и подгружается набор этих файлов и картинок. Если человек, который купил себе адрес, то есть доменное имя, он не оплатил себе дальнейший срок его размещения, то эти файлы с картинками просто удаляются с серверов, а имя доменное просто так тебе никто не продаст, еще и на каком-то левом сайте-аукционе. Да еще и этот сайт вот с таким тупейшим адресом. Судя по тому, как выглядит этот аукцион, он якобы продает доменные имена, а не сайты. И оплатив, и купив там лот, ты не получаешь вообще никакого сайта, ни адреса админского, ни логина, ни пароля, вообще ничего. Зато ты его там можешь перепродать, вот эти вот буковки со звездочками. А чтобы вывести оттуда несуществующие деньги, тебе надо купить там два сайта, потом накопить 5000 рублей с этих покупок, потом оплатить комиссию шлюза, потом оплатить услуги менеджера, потом оплатить подтверждение личности, потом оплатить страховку, оплатить отправку выплаты по частям и так вообще до бесконечности с лоха будут вытягивать деньги. Чё за гон? Это для кого? Для каких-то больных, блять, на голову бабушек, что ли, этот развод придуман? Более развитому, интеллектуальному человеку достаточно просто посмотреть на адрес этого сайта, чтобы понять, что это все галимая параша и лохотрон. И адреса сайта меняются просто как писюны у рта гринпейпера. Приветствую, на связи Александр Громов. Пошел нахуй этот Александр Громов, вот эта вот реклама везде, где мы видим в интернете этот Александр Громов, чтобы у него, блять, хуй на лбу вырос. Ладно, когда гуглите аукцион брошенных сайтов, вы увидите очень много разоблачительных статей на эту тему. Там все подробно расписано. Даже вон Денис Лидер ТВ еще летом 2018 года обзор делал. А народ все еще ведется, и кидальная реклама до сих пор крутится. Охренеть! Он, кстати, там сначала пополнял сайт деньгами своими, а потом просто допер в коде страницы поменять цифры, чтобы не вкидывать бабосики. Хопа, за ноль продадим нахуй. Выкупить за ноль. Продать.
Ломанули скрипт нахуй. Нафармил таким образом, он там целую кучу денег, но вывести их оттуда все-таки невозможно. Хорошо ведь шарить в программировании и в создании сайтов, да? Вообще сейчас на сайтах построена целая индустрия. Она расширяется и будет еще очень долго популярна. Так что хорошо, что есть фрукт-код, где ты сможешь обучиться программированию и созданию сайтов. Я помогу заинтересовавшимся сделать это дешевле. Промокод со скидкой я оставлю в описании. Там ты сможешь научиться с нуля создавать сайты. Сам процесс обучения состоит из интерактивных занятий. Это не скучные лекции, так что обучение пройдет приятно. Курс состоит из нескольких модулей, посвященных верстке и программированию веб-сайтов. А за успешно пройденные задания студент получает хп-шечку. Обучение на фрукт-коде прошло уже более 30 тысяч человек. У них сформировано большое комьюнити разработчиков, которые помогут получить ответ, если у студента возникнут вопросы. А после обучения ты получаешь сертификат об окончании на 6 языках. И самое главное, это знания. Знания, которые у тебя уже не украдут, и они уже из твоей головы никуда не денутся. И только знания тебе помогут в дальнейшем развиваться и зашибать бабосики. Промокод со скидкой я оставлю в описании. А если ты не будешь учиться чему-то новому и развиваться, то ты будешь как еврей. Сплошные пьянки, наркомания, вообще никакого развития в этой жизни. За него мне стыдно. Ну ладно, идем дальше. Я, конечно, просто шокировался рекламой разводника на ютубе, но листаю все-таки же наш любимый ютубчик дальше. И что я вижу? 85 тысяч рублей за 17 минут. Как? Господи. Нажимаем на ролик, но там уже другое название. И какой-то упоротый голос аутиста начинает заливать слушателю в уши понос. Всем привет. В интернете ходит очень много слухов о том, что заработка нет нормального. Узнаете эту штуку? Это те самые ссаные опросы за деньги, якобы. Я делал ролик про такого типа лохотрон, который рекламирует вообще все продажные инсташкуры. Сверху вот здесь ты его увидишь. Это якобы опросы за деньги, которые, конечно же, ничего никому не платят. Но тысячи даунов, просто умственно отсталых, скидывают свои деньги этим барыгам в надежде заработать. Вы вообще видели там какие вопросы? Как ни странно, но я заметил кое-что. Опросы за деньги и аукцион сайтов работают по одному и тому же принципу. Они просто создают какую-то видимость, покупка и перепродажа сайтов или ответы на какие-то банальнейшие вопросы, а потом требуют от тебя деньги. Под абсолютно разными предлогами. Оплатить шлюз, оплатить закрепительный платеж, оплатить минет от гринпейпера, да любой вообще повод, лишь бы ты отправил им деньги свои. Но это еще цветочки, дальше будет интереснее. YouTube, он же Google, в своем пофигизме на своих пользователей вообще просто зашел в невероятные ебеня, он пошел дальше. Смотрите, что мне зритель недавно скинул. Теперь барыги создали свое приложение, которое называется «Городской опрос». Оно свободно скачивается в Play Market и имеет рейтинг 1,2. О, 1,2. Вы когда-нибудь вообще видели приложение с таким дико днищенским рейтингом? Господи, 1,2. О. И по факту это приложение, это всего лишь наёб-сайт, тот же самый, с опросами, только исполненный в виде приложения на Android. На iOS такого нет, кстати. Тут точно так же просят внести закрепительный платеж после ответов на простейшие вопросы. Блин, это не опрос, это тест на аутиста. Заплатил, значит аутист. И судя по тому, что все это рекламируется в Гугле, и реклама там очень дорогая, можно сделать один вывод. Лохов чертовски много. И они до сих пор скидывают денежки вот в такие вот проекты. На саму рекламу, к сожалению, с телефона нельзя никак пожаловаться. Но на сами ролики с разводником можно. Но это только временный способ. Потому что вы найдете у себя другие рекламные аккаунты с тем же самым содержанием. И их будут создавать все снова и снова, все больше и больше. Так что единственный адекватный вывод — это показать друзьям этот ролик и рассказать саму вот суть развода, чтобы они не велись на уловки мошенников. И тогда народ перестанет на это реагировать и вливать в этот лохотрон деньги. Тогда у барыг денег станет меньше на рекламу, и она пропадет. Их доходы упадут, и они пойдут работать на заводы, и Россиюшка встанет с колен. Как вам такой план, а? Нормально, да? А теперь давайте посмотрим, что на этот счет думают наши зрители.
YouTube вообще тварь такая хитрая, да, блогерам главное запрещает рекламировать 1xBet и там прочие конторы, а сам в то же время рекламируют такие вот разводники. Ну слушай, зарабатывать-то им надо, в Инстаграме тоже, слушай, полным-полно всяких. Опросы за деньги там, аукционы сайтов. Проблема-то есть, что с ней делать можно? Ну маловероятно, конечно, если YouTube жалобы отправлять от пользователей. Маловероятно, конечно, может быть, будут что-то делать. Либо просто, чтобы народ был в курсе. И не вкидывал туда денежки, либо как-то на YouTube влиять. Да, я думаю, уже многие на самом деле знают про это. Но реклама-то до сих пор крутится, а значит то, что у них денег-то дофига приваливает. Да, как-то платят же. Если ты хочешь также попасть в ролик, то тебе надо просто стать спонсором канала. Ссылочка для этого будет под роликом. Огромный респект. Привет нашим новым спонсорам. Надеюсь, ник я буду читать правильно. Intoxic Koto. Никита Дреманов, Виталий 78 Рус, Джори Гейлик, Макс Холстинин. Вам, ребята, я передаю огромный респект за поддержку канала. Вот такой вот прям, вот такой вот респект. Правильно делайте. Барыг в новом году будет еще больше. Всех вам раскроем, всех вам обозрим и покажем. Но из всех зрителей отличился один школьник. Саня тебя зовут. И что, давно ты нас смотришь, Саня? Давно. Что, сколько смотришь? Я не знаю. Как-то летом в комментариях я устраивал мини-опрос. Чей комментарий превысит без ответа 4 часа, получает от меня денежный приз. Итоги конкурса я подвел у себя в Инстаграме и связался с победителем. Все нормально. Но а потом мне написал Школотрон, который представился именем этого победителя и даже скинул свой YouTube канал и аккаунт YouTube, переименованный так же, как у этого победителя. Наивно он пытался меня развести. Я сделал вид, что ничего не просек, и позвал его в Skype, чтобы якобы поздравить. Поэтому ты обмануть нас решил, да? В смысле обмануть? В прямом смысле обмануть. Как обмануть? Ты думаешь, ты хочешь обмануть нас, и у тебя это получится, что ли? Ну да. Думал, 500 рублей на халяву, что ли, можно получить? Да, думал. Сделал аккаунт, переименовал, сделал скринчик. Так и говори, на шару хотел 500 рублей получить от нас. Да. Мамка-то знает, что ты обманываешь дядек больших на деньги? Да нет. Какие деньги? 500 рублей не деньги, что ли? Ну, деньги, но... Блин. Давай номер мамки я позвоню и скажу, то, что у нее такой обманщик растет. Какой обманщик? Какой? 500-рублевый обманщик растет. Давай, говорю, номер мамки я позвоню, скажу. А номера нет. Ладно, это ребенок, хитрожопый, плохое воспитание, можно понять. Ладно, это я вообще все к чему? А к тому, чтобы получить еще денежек от меня, просто пиши любой комментарий, поставь лайк. И, конечно же, ты должен быть подписан на канал. Все, я в прямом эфире у себя в инстаче. Назову победителя, я отправлю ему 1000 рублей через 4 дня после выхода этого ролика. А ты, дружище, впредь никогда не попадайся на уловки мошенников. Иначе мне за тебя стыдно будет, как вот за этого школьника и вообще за этих всех людей, которые понаскидывали барыгам деньги. Господи. Давайте, ребят, всем пока. Поюха в очках спрашивается. Ярко сильно. А, кстати, да, тем, кто интересовался, это очки Vento. Они делаются вот так вот. Это магнитная клипса. И они стоят 10 тысяч рублей. Так что вам такие очки не нужны. Линзы с диоптриями минус 3,5, оправа, вот это магнитное, все вместе вышло 10 тысяч. Сами понимаете, самая большая стоимость у вот этих вот линз. Надеюсь, я ответил на вопросы любопытных.